Ребят, мы собираемся идти в поход. Мы идем к речке, которая называется Дерихойка, к основанию ущелья Трехгор. Будет интересно, красивое, да? Место. Будет красиво. Заинтригуй. Да, будет интересно. Там будет вот такая вот труба. Вот, и такой, вода плюс вот, таки, вот такой и щелью. Надо будет там пролезать, вот так вот лезть, вот так вот. Поскользнуться. Но упасться. Саня будет опять голышом купаться. Как тот раз. Снова. Я стесняюсь спросить, что значит опять? А когда был, простите, первый раз? Так ты не с женой тогда был? Тихо, все, идите. Цикорий, ребят. Вот так вот он выглядит. Вот так вот выглядит шалфей. Вот такие у него листочки, видишь, как цвет полыни. Он такой, ну, как с напылением. Цвет у него интересный. Все мне орут, Дарина, дура, это не души, это горная, крымская, душица. Вот это? Потому что полевая, да. Вот по третьей в руке. Полевая она совсем другая. Это крымская, горная мята. Вот, смотрите, она уже горная мята, да? Да, как у полыни. Запах. Тоже можно уже семена покупать. Дубильные вещества от поноса. Хорошо помогает от поноса, друзья. Само ущелье мы не идем, а мы идем к реке Дерихойка. Это наша самая главная водяная артерия. Вода вот с этого Счастливинского водохранилища через ущелье поступает к нам в Ялту. Вот. И получается, что где регионы без гор, там ставят насосы повышения давления, чтобы вода доходила до потребителя. А у нас в Ялте, наоборот, ставят редуктора давления понижения, чтобы краники не рвало. Потому что здесь до 27 атмосфер, это 270 метров напора давления в трубах. Да. Чтобы вы понимали, в пожарных гидрантах, когда пожарники приезжают, подключают воду, они там лупят до 15 атмосфер, ну 15 бар, а здесь 27. Обалдеть. И вот, наверное, многие видели, как пожарники прикалываются, летают. Да, вот так вот летают. Это всего лишь 15 атмосфер, а здесь 27. Так можно блогеров запускать в космос, да? Да. Единственное, как их потом спускать обратно. Липа? Нет. Да, кто сказал? Дочь сказала. Ты молчи. Это клен Стевина. Вот Христиан Стевин, это был основатель и первый директор Никитского ботанического сада. Он впервые описал это дерево и доказал, что это подвид, который относится к семейству кленовых. И дали ему название в честь него, в честь первого директора Никитского ботанического сада. Это клен. Хотя не похож. Вы знаете, что у нас через Ай-Петри проходит тоннель почти на 7 километров протяженностью Счастливинского водохранилища. А эта труба с этой стороны ловит эту воду и несет. Но с другой стороны, без трубы бы тоже, может, обошлись, потому что у нас много запасных водоемов. Не буду говорить, где и какие. Пусть это останется нашим секретом, но они у нас есть, запасные водохранилища. То есть, если бы этот источник перерубили, мы бы воду все равно пили. Но, тем не менее, эта труба очень важна. Представляете, два часа нужно идти до конца ущелья. Мы туда не пойдем, тропа в ущелье. Просто расщелина, вот то, что вы видите, там так и есть. Дальше туда уже нету никаких коридоров, залов. Не преследует. Здесь красиво, не спорю. Это одно из красивейших мест Крыма. Так пройдем? Да. Ну, давай. Thank you.
Друзья, чувство просто непередаваемое. Оказывается, идти вот так вот такой большой толпой, просто круто. Мы так не ходили у вас с экскурсии. Ты говоришь, Алёшка? А, да, вот столько воды здесь было, ничего. Обалдеть. Друзья, где вот сейчас стоит Алёнушка, вот здесь лежали мешки, да, мешки с песком. И вот это вот все было заполнено водой, да, горной. И вот кисель, собственно, оно было на крещение, здесь воскресенье. Ага. Это все делалось в крещение, да? Посмотрите, вот растет боярышник, вот так вот в горах. Вот так вот он выглядит. Его можно кушать. А можно замачивать в спирте. Просто огонь, конечно. Тропа. А, мало того, что она полезна, так еще и берет именно своей красотой, вот этой всей живописностью. Здесь Славик мог бы, если был бы художником, мог бы писать картины. Но он не художник. Все ближе и ближе к нему подходим, да? Угу. Я чувствую. Но журчит водичка. Да, предвкушение. Сейчас мы спустимся. Да, если честно, хотелось бы окунуться. Я думаю, мы окунемся. Температура горной воды плюс 5 градусов, да? Может, теплее, мне кажется. Потому что плюс 5 тогда было в этом, в Большом каньоне, помнишь, в Ванне молодости. Угу. Мне кажется, похолоднее было там. Силуэт слона. Да, вот смотрите, голова и хобот. И бивень, вон. Такой мамонтенок, что ли, там даже ушко вырисовывают. Самые смелые сейчас будут купаться под водопадом. Ну как водичка? Это святая вода, да, получается? Да. Здесь место силы. Да, паломники приходят. Ну да. По сути, да. Пойдем, Лёшка? Да, конечно. Идем испытывать воду на себе. Слушай, массаж такой, наверное. 4 градуса. Зимой, летом 4 градуса. Здесь сколько градусов, Саша? Градусов 12. Здесь вообще не все. Я же говорю, здесь больше градусов. Вместе в обнимочку давай. Давай. Хорошо. По Крыму с позитивом. Слав, давай. Делай концерт. Прыгай. О, класс! Это эмоций не было вообще ни у кого. И будто просто под душем горячей водички искупнулись. Слушайте, ну круто. Очень бодрит. Вода очень бодрит. Посетить эти замечательные места, берете разрешение, да, вот, Юля, расскажи. В соцсетях они представлены, нету своего сайта, просто соцсети, Инстаграм, Фейсбук и, по-моему, ВКонтакте, Национальный парк Крымский, по-моему, называется. Вы туда обращаетесь, даже вот просто напишите сообщение, планируем посещение тогда-то, тогда-то. Дожидаетесь того, что они даем разрешение, и вот с ним как бы онлайн. Если что, вас встретили, а вот у нас есть. И помимо этого, если вдруг вы заблудились, никого нет, они будут знать, что столько-то, столько-то людей в лесу. Да. И они потом, если вы не вернулись, они отправляют опять МЧС. Ну так, друзья, регистрируйтесь, ходите в походы, заходите в заповедные зоны с разрешением. Ну, первое правило, не мусорим, ведем себя хорошо, не палим костры. Ну, да, и удобная обувь с хорошими протекторами. Проверяем температуру воды. Нам очень стало интересно. Ставьте, господа. Я 13 говорю, здесь 11, 12, 13, 8. Бог, а ты сколько говоришь? 10. 10. 7, 18. Да, 18? 18.
Ну это у тебя пальцы горячие, наверное. Нет, ну я ж не бежал, вот он бежал. А да, я там пойду. Может он постоянно у вас 18 показывает? Дело в том, что детский, и он теплую воду показывает. Там марки он написан. Так, ну... Сань, ну расскажи, а что у тебя за градусы? А что у тебя за градусы? Часы, да? Слушай, ну пройти такие тропы, ребят, ну несерьезно с уточкой приходить сюда. Это визитная карта. Ну, короче, точно мы не узнаем, потому что тропа греется. 10,6. Минус 2 градуса, значит... 8,6 получается. Кто, никто не выиграл. 8,6 минус 2 и получается 10. Почему? Ты говорил 8? 8. А здесь 8,6. Нет, 9,9. 9 что? Никто не говорил. 8,9. А, 8, значит, Ваня выиграл. Молодец. Ну, так, а где приз? А, в палатке остался антисептик, кстати. Но, возможно, пригодится. Кстати, вы слышали, что новый коронавирус будет? Другой. COVID-19-2? Точка 2. Версия точка 2. Да? Да. Не на легкие, а на желудок, кишечник. Обалдеть. Это они уже знают наперед, да? Да. Твой канал называется «It's my жизнь». По-русски? «It's my» по-русски. Как зовут? Дима. Дима. Меня зовут Дима. Меня Ваня. Очень Ваня, приятно. Ваня. Да. Ребят, заходите. Ссылочка будет в описании. Да. Вот. У Димы очень интересный канал. Спасибо. Да. Очень приятная встреча. Все, друзья. Всем спасибо. Пока, приезжайте. Самое главное сказать. Гигиена враг туриста. Да. Это вот Саня Денис.